Всем привет, на связи Артем Абрамович, и сегодня мы поговорим про меню. Как создать меню? В данном случае потребуется такой элемент навигации, нестандартный. Вот мы для этого сайта сделаем рабочие ссылки вот под таким фразом, именно в сайт-баре. Итак, что для этого нужно? Первое. Заходим в консоль блога. Внешний вид. Меню. Дальше нам необходимо создать новое меню. Ну, чтобы было понятно, назовем его, что посмотреть, допустим. Кнопка создать. Так, а дальше нам необходимо вставить и страницы, и ссылки. То есть, потому что вот здесь вот у нас это и страницы, и некие ссылки. Причем страницы, названия страниц не корреспондируются друг между другом. Потому что, допустим, пройдите азы счастливой жизни, это страница бесплатные продукты в данном случае. Итак, страницы, бесплатные продукты. Дальше у нас есть изучить устройство жизни. Ну, у меня вот такой файлик, это платные продукты. Ищем здесь платные продукты. Ну, вот это вот, да? Дальше у нас страничка, посмотрите, ведет страница о человеческой жизни. Так. Видео, вот она. Нажимаем кнопку «Добавить в меню». Есть, но нам теперь надо их немножко переименовать. То есть разворачиваем. Ну, мне, чтобы не печатать, я вот просто копирую. Вставить. Дальше. Видео. Как у нас это называется? Видео для размышлений. Это. Вставляем. Дальше платные трансформационные продукты. Это у нас вот это вот название. Так, ну вот они, наши странички созданы. Чтобы они обновились, нам нужно сохранить меню еще раз. Так, дальше что у нас? Ну, добавим страницу из WP-пейдж, вот, допустим, да? Познайте законы мироздания. Для этого у нас есть раздел специальный WP-пейдж. Нам здесь надо найти именно эту страницу. Законы мироздания. Да, так сразу не найдешь. Ну, допустим, ладно, для видео добавим вот это вот. Все, сохранить. Теперь нам надо это дело все вывести в отдельном виджете. То есть, ну, чтобы был отдельный виджет, но при этом, чтобы выводилось именно вот это меню, что посмотреть. Заходим в виджеты. И для этого мы будем использовать стандартный виджет, WordPress-овский называется, произвольное меню. Выводим его в основной области виджетов. Так, название виджета у нас называется «Чем заняться на сайте». И выбираем здесь, что посмотреть. Ну, в данном случае здесь еще тема позволяет не на всех страницах выводить его, поэтому мы выведем его только в статьях и на блоге. Проверяем и смотрим, что получилось. Вот наша страница, чем заняться на сайте. Ага, то есть ведет туда, куда нужно. Вот таким образом можно сделать, в принципе, любую навигацию именно через вот такой способ, через меню. Не только меню выводить вот стандартным
способом, да, вверху, где-то внизу, а в принципе в любом месте сайта или блога. На этом пока все. Я с вами прощаюсь. С вами был Абрамович Артем. Всем пока!